Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, и в сегодняшнем видео я покажу свою большую коробку, много покупок с сайта iHerb. Это американский сайт, на котором продают органические продукты, косметику и много всего интересного. В этот раз у меня коробочка побольше, я думаю, любителям органической продукции понравится это видео, потому что у меня полная коробка вкусняшек. В общем, давайте приступим. Кому интересно, в конце этого видео я покажу, как заказывать, как оплачивать сайты iHerb. Они доставляют по всему миру. В некоторых странах доставка бесплатная. В Казахстан, я знаю, она платная, но не слишком дорого. Можно с подружкой заказать одну коробку на двоих и разбить доставку напополам. В этот раз я решила проэкспериментировать и заказать для своих родителей подарки сайт iHerb. И заказала я доставку в Японию. Во-первых, посылку они доставили в Японию намного быстрее, чем в Казахстан. И во-вторых, что самое важное, доставка абсолютно была бесплатной. Первое, что хочу вам показать, это ополаскиватель для рта из 25 натуральных ингредиентов. А также в составе есть черный орех, что очень-очень радует. Плюс ко всему, этим ополаскивателем можно каждый день полоскать рот. Я знаю, что это странно сейчас прозвучало, но оказывается, теми ополаскивателями, которыми мы привыкли споласкивать наш рот, которые продаются в наших магазинах, нельзя каждый день полоскать рот, так как в них содержится химия и очень-очень влияет на слизистую. В этой бутылочке большой объем, 480 мл, практически пол-литра. Очень классная штука, легкое жжение вызывает, послевкусие приятное, ментоловое. И очень хорошо влияет на десна, на зубы, очищает прекрасно пространство между зубами, что очень полезно, куда зубная щетка не доберет. Радует, что здесь натуральный органический состав. Тоник для лица, не липкий, не сушит кожу, с лимонным запахом, прозрачная водичка для комбинированной и жирной кожи, убирает излишки жира на Т-зоне. Я обожаю тоники для лица, всегда ими пользуюсь после того, как умою свое лицо перед нанесением крема. Это моя обязательная процедура. Если честно, мне все тоники надоели. 237 мл. Я заказала этот тоник, потому что было очень много положительных отзывов. Пользуюсь этим тоником совершенно недавно, и мне понравился, безусловно, эффект. Я довольна. Средство, которое является на данный момент must-have для меня и для моей дочки, это средство при первых признаках простуды. Вот только вы видите, что ребенок ваш подпростыл, либо начал чихать, либо легкие сопельки, тут же давайте эти капельки. Простуда проходит либо сразу, либо очень быстро. Это средство гомеопатическое, натуральное, то есть его можно без опасения давать даже маленьким детям. Оно не содержит спирта, не содержит сахара, что меня очень-очень радует. Следующее средство, с которым я познакомилась на сайте iHerb, это средство для мытья овощей, фруктов, травы с зеленью на натуральной цитрусовой кислоте. Я всегда сталкивалась с такой проблемой, что я не могу отмыть нормально овощи или фрукты, либо когда я их мою, я чувствую, что недостаточно их промыла, хоть даже и в горячей воде. Это средство прекрасно справляется. Знаете, даже психологически, когда вы побрызгаете на яблоко это средство, вы понимаете, что хоть что-то вы уже смыли, да, чтобы шкурку не счищать, если вы любите кушать со шкурками, да и даже если вы помидоры, огурцы промываете и вам этого недостаточно, то распределяете это средство по овощам и по фруктам, затем нужно его смыть водой. Еще одно незаменимое средство, которое всегда необходимо в нашей аптечке, это средство от синяков и ушибов. Начиталось опять же на этом сайте многочисленные отзывы от мамочек, которые хвалили это средство и писали, что оно очень хорошее, особенно если вот ребенок упал, сделал ссадину, либо сделал себе синяк. На все случаи жизни состав органический, приятный запах, и знаете, оно как вазелинчик. Решила попробовать осветляющий абрикосовый скраб. Здесь в составе натуральное абрикосовое масло и грецкий орех. То есть вот эти частички, которыми вы скрабируете вашу кожу. Вместе с мамой мы уже потестили это средство, нам оно очень понравилось. Мне понравилось оно тем, что во время того, как я скрабировала кожу, кожа еще и увлажнялась. То есть это не пена, которая будет сушить, а здесь именно в составе есть масло, которое вы чувствуете во время скрабирования. И потом, когда весь скрабик вы смываете с лица, ваша кожа очень мягкая, увлажненная, приятная на ощупь, вот честно-честно. Но хочу предупредить, что этот скраб для любителей именно жесткой
чистки, жесткого пилинга, хард, знаете, такой эффект. Это не мягкий, не щадящий. Еще радует, что это средство не содержит парабенов, SLS, органическое. Еще для своего брата я заказала шоколадный протеин казеиновый. Он попросил заказать для него протеин, так как он занимается спортом, он постоянно его пьет. Получается очень насыщенный, густоватый и сытный. В общем, мой брат его заценил, он ему очень понравился. На этом же сайте я заказала арахисовую пасту PB2. То есть это арахисовый порошок, который нужно разбавлять либо в воде, либо в молоке, либо добавлять в кашу, либо добавлять в йогурты, куда угодно. И это очень вкусная штука. Вот знаете, для любителей арахисовой пасты я советую попробовать этот порошок. Во-первых, в чем его преимущество? В этом порошке на 85% меньше жиров и холестерина, чем в обычной арахисовой пасте. То есть, если вы худеете, если вы любите все равно арахисовую пасту и не можете без нее жить, если вы следите за своим здоровьем, то обязательно попробуйте этот порошок. Это чудо-вещь. Прекрасная альтернатива арахисовой пасте. Конечно, она не такая солененькая, не такая прислащенная, знаете, не такая насыщенная, как арахисовая паста, но ничем не уступает, тоже очень вкусная и для ценителей здоровья, для любителей. Советую попробовать. Еще можно добавлять выпечку, в каши, я не знаю, куда угодно, вот куда бы вы только не пожелали, можно экспериментировать и добавлять этот порошок в любые блюда. Я очень люблю пить чай с сахаром, кофе с сахаром. Я знаю, что это не очень хорошо. И опять же, для своего папы я заказала натуральную стевию. Этот порошочек, он не содержит калорий, полностью натуральный, без глютена, заменитель сахара. Конечно, я знаю, что все равно он не очень вкусный. То есть он отдает заменителем сахаром. Вот этот вкус, знаете, чересчур сладкий. Поэтому одного порошка здесь хватает на 2-3 раза. Очень удобная здесь упаковка. Обожаю такие пакетики. Их можно брать с собой на работу, в поездку. Прекрасная альтернатива, замена сахару. В руке у меня органические кокосовые хлопья. Они без сахара и очень-очень вкусные. Здесь помол не слишком мелкий, знаете, не как кокосовая стружка. А здесь именно такие чипсики, которые можно брать пальчиками и жевать. И несмотря на то, что эти чипсы не содержат сахара, они все равно сладенькие, очень вкусненькие, натуральненькие. То есть прекрасная альтернатива, замена перекусу. Можно посыпать на какие-нибудь изделия, на блинчики, на все что угодно. Можно просто так их есть. То, что мы и делаем, мы берем их и просто так едим. Опять же, по отзывам я нашла вот такой темный шоколад, 55% какао с морской солью и миндалем. Мне очень удивил состав, то, что здесь в шоколадке есть морская соль. Я даже не представляю, какой он на вкус. Я сейчас попробую его при вас, я его еще не раскрывала. Пахнет шоколадом. Как интересно. Он сладкий, но попадаются частички соли, что придает такую пикантность, если честно. Очень вкусно. Прикольные вкусовые ощущения, если честно. Когда я была в Алмате, я заболела, у меня заболели почки, я пошла в больницу, мне сделали УЗИ, обнаружили, что у меня песок в почках, сказали пропить массу препаратов. Что я и сделала, после второго дня применения этих всех препаратов у меня началась жуткая аллергия, высыпание, я вам уже про это рассказывала. Я все бросила и сказала, пошли вы куда подальше, ничего не буду пить. И я нашла на iHerb вот такую биологическую добавку, это клюква. Это средство для почек и для мочевого пузыря. Я начиталась про это средство массу положительных отзывов. И то, что если вы страдаете от цистита постоянного, если у вас болят почки. То есть это средство помогает держать цистит под контролем, а также выводит из почек песочек и, в общем, подлечивает ваши почечки. Я рассказывала, что папа у меня страдает сахарным диабетом, мы постоянно контролируем его сахар, здесь он в Японии как бы обследуется регулярно, и вот я решила ему заказать вот это средство, вычитала, что оно нормализует уровень сахара в крови, пишут, что это средство снижает тягу к рафинированным углеводам, это меня очень радует, я бы и сама не прочь попить это средство, потому что я обожаю поесть рафинированные углеводы. Также я вычитала, что если вы курите, то вам тоже можно пропить это средство, так как это средство нейтрализует табачные вредности в организме.
Вычитала, что очень вкусный попкорн с пармезаном и розмарином, но мне он не понравился. Во-первых, он пресный, во-вторых, он очень жирный за счет этой добавки, которую нужно выливать на попкорн, это чистое масло. Также решила попробовать сублимированную йогуртную закваску. Я люблю такие штуки, то есть вы разводите этот порошочек с молоком, и на следующее утро у вас получается йогурт. Натуральный йогурт с бифидобактериями и так далее. Я его еще не пробовала, но по отзывам я посчитала, что он очень вкусный, приятный и много получается его. И у меня здесь 5 коробочек с чаем. Первый чай, который я купила специально, это органический Skin Detox для кожи чай, очищающий кожу изнутри. Вкус мне не очень понравился, напоминает какой-то, знаете, диетический чай для диеты. Знаете, бывают такие чаи, они не очень приятные, ты понимаешь, что они какие-то не такие, то есть они для очищения организма, в них есть какой-то привкус кисленький, что ли. Следующие 2 чая мне безумно понравились. Это органические чаечки с натуральными органическими ароматизаторами. То, что меня очень радует. Один у меня золотым манго зеленый чай, а второй у меня черный чай со смородиной. Очень вкусный, ароматный. Эти 2 чая, они насыщенные, согревающий, поднимающий настроение, очень вкусный. Я добавляю в них заменитель сахара, севию, и жизнь прекрасна. И еще 2 чая, один English Breakfast, он черный, насыщенный, на завтрак идеальный чай, кто любит пить именно чай на завтрак, чтобы чай бодрил, потому что он получается такой черненький. И 2 чай, Christmas чай, он с перцем, тоже такой согревающий, черный и приятный, такой зимний, в холодное время года, согревающий чаечек. Ну что, девчонки и мальчишки, надеюсь, вам понравилось это видео. Я сейчас нахожусь в Японии и с удовольствием снимаю для вас видеоролики. Я счастлива безумно, потому что я нахожусь сейчас со своими родными, с которыми давно-недавно не виделась, с родителями, с братьями, сестрами, со своей дочкой, мы все вместе, и у меня появляется такое вдохновение снова снимать, я полна сил, энергии, мамочка тут просыпается утром, готовит мне завтраки, в общем, все равно, когда мама рядом, то очень все клево и прекрасно, жизнь налаживается. А сейчас, кому интересно, я покажу, как заказывать с сайта iHerb. Я зарегистрирована на сайте iHerb, поэтому вам остается только лишь зарегистрироваться. Если вы не зарегистрированы, введите свой email и пароль. Я зарегистрирована, поэтому я вхожу, захожу на главную страницу, выбираю все, что мне нужно. Здесь различные товары, интерфейс сайта на английском языке. Например, я захожу в категорию «Красота» и выбираю гиалуроновую кислоту для себя, добавляю ее в корзину. Вот. И набиваете свою корзину товаром, все, что вам необходимо. Снизу можете почитать отзывы и так далее. Вот я перешла в свою корзину. Здесь весь мой товар. Затем я выбираю страну, в которую нужно доставить товар. Здесь почти все страны. Есть и Казахстан, и Украина, и Россия. Вот способы доставки. Если выше $40 заказ, то доставка бесплатная. Так как у меня ниже $40, то я должна заплатить. Вот. В разные страны цена доставки, соответственно, разная. Поэтому смотрите, какая у вас страна, выбирайте из списка и оформляйте заказ. Выгоднее, конечно, с кем-то разделить заказ, там, с подружкой или там, с двумя, с тремя подружками, еще выгоднее будет. Вот. Затем, чтобы получить скидку, у меня под видео будет код. Вы введете этот код, скопируете его и введите, и вы получите купон на скидку автоматически. Затем оформляете ваш товар, вот вам нужно ввести ваш адрес, страну, индекс, город, номер телефона, фамилию, имя, и выбираете способ оплаты: Visa карта либо PayPal, одно из двух. Я всегда оплачиваю с визы карты, ввожу номер карты, год, месяц, все свои данные. И покупаю, расплачиваюсь картой. Желательно долларовой все это делать. Всем спасибо за просмотр, пока-пока.